новый супер костюм. Дорогие друзья, если вы оказались в трудных условиях и начинается дождь, воспользуйтесь мусорным пакетом на 240 литров. Надеваете на себя и делайте вот так. Если дождя нет, то вы снимаете капюшончик. Если начинается дождь, вы на него надеваете. Вот и все, дорогие друзья. Для рук дырочки проковыриваете и спокойненько можете ходить за грибами, за ягодами. Вообще в любую даль. Потом вы его сжигаете в костре, и вам не надо, стоит всего несколько рублей. Очень хорошая тема.